Друзья, приветствую вас в игрушке Hitman Sniper. Наш лысый дружочек решил пострелять из снайперской винтовки. Давайте-ка сыграем. Игрушка сейчас под новогодним обновлением, то есть у нас будут бегать Деды Морозы. Ну а мы будем их потихонечку отстреливать. Так, цель задания. Получите 150 тысяч очков, разрушить объекты окружения. Цель Ярослав Бенок. Окей. Давайте поищем. Чего нам там поразрушать надо? Серьезно, в уточку попасть? Ну, есть. Минус уточка. Так, ищем следующий объект. Еще уточка. Вторая уточка ушла. Еще уточка. Возле какого-то бомжа. А, нет, это у нас не уточка, это у нас бутылочка. Вот правильно, нефиг пить. Алкоголь вредит вашему здоровью. Идем к следующей. Опачки, это у нас ноутбук. Правильно, правильно, тут портит зрение и все такое. Так, давайте-ка мы кого-нибудь еще застрелим. Вон вам елочка новогодняя, все как полагается. Так. Чё, кого? О, Деда Мороза. Балтазар Кабасо, also known as the bastard of Bandaluca, is a wanted war criminal and ruthless dictator. Минус один. He ordered the murder of thousands in the winter of discontent revolution designed to overthrow him. He is corrupt to the core, with a blatant disregard for human rights. Remove him from office permanently, 47. Ой, а кого я убил? А что не так? Эй! Что им не понравилось? Ну ладно. Полицию что ли вызвали? Так, ладно, давайте-ка поищем еще кого-нибудь. Следующая жертва, где ж ты будешь у нас? Надо охранников валить. Что там, есть кто-нибудь внутри? Никого. Ну, естественно, вся игра проходит в одной и той же локации. Мы просто тупо... Так. Минус электричество. Не знаю, зачем это нужно, но... А чё б нет-то? Вон, видите, сразу два подарка под елкой. А где второй? Второй сбежал, я его не успел застрелить. Сейчас кто-то найдет подарочек и заорет. Так, а если я в эту штуку выстрелю, что будет? Ой. Сейчас кто-нибудь сюда прибежит по-любому. Что, у меня патроны что ли заканчиваются? Серьезно? Так, бармен. Вон, еще вижу охранников вооруженных. Минус один. Лети, лети куда-нибудь. А я думал, сейчас в бассейн упадет. А он взял, зараза, и не упал. Так, у меня два патрона осталось. Надо еще кого-то застрелить красиво так, чтобы было. Ну... Все отлично. 150, у меня последний патрон. Ищем цель. Окей. В смысле? А, перезарядка. Так, только не исчезни, пожалуйста, чувак. Далеко не уходи.
Я уже думал, патроны закончились, а это просто перезарядка. Сколько ты будешь перезаряжаться-то? А, надо было нажать, серьезно. Вот это да. Ну все. До свидули. Дарам-дарам-дарам-дарам-дарам. Ну, я даже что-то заработал, надо же. Блатной чемоданчик. Вау, сейчас что-то интересное выпадет, да? Часть из затвора. Ну ладно, окей. Пам-пам-пам, пам-пара-пам-пам-пам-пам-пам. Давайте следующего взорвать трех врагов. Серьезно, что за новый режим? Дайте хочу посмотреть. Долина смерти. Я уже думал, тут все настолько плохо. Защищайте Бена, пока он чинит грузовик. Давай попробуем защитить его. Че, куда нажимать-то? Так, я так понимаю, здесь можно играть с кем-то? Серьезно? Ну, пока не буду разбираться, попозже это посмотрю. Рейтинг. А, здесь нужен интернет. Я играю без интернета, думал, мало ли, вдруг тут реклама будет выскакивать. Давайте-то просто взорвем трех врагов. Вот что бывает, когда играешь без интернета. Вроде реклама не выскакивает, но есть свои нюансы. Ну, взорвать трех врагов, я думаю, это будет проще простого. Главное знать, куда стрелять. Так. А вот вижу одну горелку. И как мне ее взорвать, если я вижу только одну горелку? Ты кто, полицейский, что ли? Да. Ну-ка, 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 подожди-ка. Привет. И что сейчас произойдет? Блин, да ты чё? Вот это прикольно. Operation is live. Сейчас по-любому кто-то еще прибежит и начнется. Красиво полетел. Вот я просто для виду жахну, потому что интересно. Блин, ну все, я понял. Минус один. Перезаряжаемся. Быстренько, быстренько. Что это за пультки? Ладно. Так, скорей, 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 скорей. Получилось? Да. You've cleared those assignments, 47. Expect some extra incentives with your pay. Хотя бы так, давай уже стреляем его.
Ну, это было просто. А, вот как это работает. Как быстро перезарядить, это надо делать такие движения пальцами. Друзья, такая вот игрушка. В принципе, если здесь есть возможность играть с друзьями, то почему бы и нет, надо бы попробовать. Надеюсь, что видео вам понравилось. Не забываем подписываться, ставить лайки и жать на колокольчик. Всем пока, друзья!